Несколько дней назад я узнал, что сейчас союзники Армении хотят возродить армянскую армию, модернизировать ее. Зачем? Против кого? Война закончилась. Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с семьями шахидов и инвалидами войны в жилом комплексе в поселке Рамана. Если кто-то живет реваншистскими идеями, он увидит этот кулак. Он на месте, и пусть они не испытывают наше терпение. Армянской армии больше нет и не должно быть. В таком фашистском государстве не должно быть ВС. Мы никогда не позволим, чтобы вновь возникла какая-либо опасность для нас, или чтобы наши граждане, которые вернутся на освобожденные земли, почувствовали какой-либо риск, отметил глава государства. Президент отметил, что Азербайджан контролирует все сферы. Мы и дальше будем укреплять нашу армию. Подписаны новые контракты, закуплено самое современное оружие. Оно уже поставляется. Соглашения заключены и по другим видам новейшего вида оружия. И оно также будет доставлено в Азербайджан. Война также актуализировала вопросы дальнейшего совершенствования ВС. Предстоящие реформы приведут к созданию еще более гибкой, боеспособной армии, подчеркнул глава азербайджанского государства.